Привет всем, ребята! Рад видеть вас на моем втором канале. Здесь я выпускаю интересные, экспериментальные, необычные видео. И в этом видео я покажу очень прикольный магазин. Особенно он интересен будет тем, кто в Харькове. Это необычное место, которое я совсем случайно нашел. Это благотворительный магазин «Шафа добра» называется. Ребята принимают ненужные вещи от населения. Это антикварные вещи, или которые можно носить. Мебель, что угодно, что в нормальном состоянии, скажем так. И 95% они распределяют между благотворительными организациями, передают нуждающимся, что именно. И 5% оставляют для продажи в магазине, и полученные средства они передают в благотворительную организацию Харьковский центр помощи беременным. Так что, если у вас есть ненужные вещи, приносите их в магазин. Адреса и контакты я оставлю в описании. А теперь под музыку я покажу вам этот интересный магазинчик. Вы также можете зайти туда и что-то приобрести для себя, если вам что-то интересно, раритетное, потому что еще много прикольных, ярких, креативных вещей в этом магазине можете встретить. Так что продолжайте смотреть.